Господи, ничего себе! Что, разбился тут? Господи, что ты не Саме проблеми, про які ви говорили, політичні та правові. Так, це ми можемо разом зробити. Спочатку перше. Устроили вечеринку после контрольной закупки интим-услуг. Сотрудники собственной безопасности главного управления МВД по Москве накрыли группу полицейских, которые превысили свои. Гонщик ебаный, блядь. Твою ж мать!
Хайены так часто не ездят, блядь. Ну да. На! Ебать! Ебатный долбоёб, блядь! Сука, кретины конченые, блядь! Ну всё, блядь. Пиздец. Да, блядь, ёпта. А у них хама, блядь. Ливан, блядь, есть. Смотри, 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 смотри. Нихуя. Охуеть, а чё это? Почему так? Ого, блядь. Почему? Я не понял, я не давай, понимаю. Давай, остановимся. Чё делать, Ань? Выйди, посмотри. Давай, давай, давай вытащим, блядь, чё он я там? Я просто боюсь, да чё?
Помоги! Только что авария произошла на Софийке, аккуратнее. Ой, блядь, стой! Твою там, мать. Серега, осторожней! Ты чё, ты тоже красный не видишь, что ли? Нет, я про...
Блять, дебил, куда ты, сука, поворачивал? Поехал-то. А хрен его ему знает. Плохо было. Ой, мамочки. А как вы звать? Здесь тут. Что такое 24-50 депутатов на всю страну? Я не защищаю зарплаты ни у кого. Я говорю по-большому, как государству. Вот давайте это обсудим. Спросим у нас.